специально в Би в, в Москве это херня. Мне говна не делайте и, и все. Ты зараз сказал, что он лох. Нет, ты не комендатор, ты угун. А в тебе есть имиджмейкеры в команде? Я бы жахнул по, по животику и все. Ты понимаешь, ты сейчас прибыл народного депутата? Яка разница, сколько я зарабатываю? Главное, что я не краду. Батя в здании. Александр Усык абсолютный чемпион свита у Важки Вази и можно Саш, сказать, суперчемпион WBO. Э, да, WBA, наверное, они а w... WBO меня назначила, но пояс еще не дали, а WBA э, уже у меня пояс, да, он дома. А что WBO вообще пояс? Не ну, они назначили меня суперчемпионом, но это же надо время на это. А ВБА uh, да, пояс уже бил, то есть, Dorticas, uh, был був. поясом ВБА да, который оказался у Гасиева, а потім у мене. Відібрати uh -huh. у Гасієв. Ну, ми про це ще поговоримо сьогодні. Але спочатку uh, наша програма починається з таких бліц-питань. Uh -huh. Два варіанти відповіді. вибираєш одну, яка тобі ближче. Uh -huh. яка тобі ближче uh, по душі? Uh, боксер. Майк Тайсон чи Холіфілд? Холіфілд. Футболіст. Ліонель Месі чи Крістіан Роналдо. Месі. Син у майбутньому. Боксер чи футболіст? Футболіст. Одяг. Луй Вітон чи Усік 17. Луї Вітан. Смокінг чи спортивний костюм? <смокінг> спортивний костюм. В караоке. Григорій Лепс чи Святослава Карчук. Міша Бублик. <смокінг> Миша Бублик, я честно не знаю. Михаил Бублик, да, парень из Мариуполя, который в последующем переехал в Санкт-Петербург и очень крутые песни у него послушать. Послуха обовязково. Ежа. Бургер чи Чорний хліб з салом чесноком. Второй варіант. Конечно, сало, черний хлеб. Чесночок. Сліна побіжала? Відпочинок. Рибалка з Василем Ломаченком, чи прогулянка на яхті з милою Куніс. Не, рибалка. Василием мы были в Вилково недавно ездили, мы очень хорошо отдохнули. Ну я рыбак, я только участвую в том, что происходит. Ребята нормально рыбы наловили, мы ее жарили, уварили уху. Хорошая рыба? Нормальная, сомики были, караси были, караси такие аж сладенькие были. Класс. А сомики? А сомик здоровый был, сомик нормальный у меня даже фотка была. Эгис Климас поймал менеджер, мой поймал сома, ну такой килограмма на два с половиной, но он его минут 20 тянул. Но он тянул его на удочку, У -у. на обычную удочку, на тоненькую леску. Они вообще не понимали, он говорит, как, как вообще его можно было вытянуть, как он не перекусил леску. Да, он может порыть да. Таких сомиков режешь и на стейк, на, на решеточку. А мы резали, да, зажаривали, но очень вкусно было. <smuched> uh, что бьет сильнейше? Слово, или лива Александра Усика? Ну, смотря в какой ситуации проверять силу удара. Просто слово, оно может быть и, и враньем, представляете, как вранье, оно же бьет, да. А я если буду бить, я буду вот с любовью бить, по-настоящему, вот, с отдачей. Ты можешь с любовью? Конечно. Да хотел бы я такой любовь честно. Ну, напей. Апельсиновый фреш Вода обычная даже если апельсиновый фреш, то я его чуть-чуть смешиваю с водичкой, потому что он сильно приторный и дерет горло. Слушай, а как ты расслабляешься? Слушайте, когда ты находишься с детьми, с со своей семьей, то ну, абсолютно не нужен никакой алкоголь, никакие дур, другие вещи, которые дурманят тебя, да, или там меняют твое сознание. Вот дети меняют так сознание, что просто жена, компания, близкие, вот. вот все, что происходит. А когда ты ничего не делаешь, мне просто даже нравится понаходиться одному, ничего не делая, просто поваляясь на лежаке, там под солнышком, где-то на природе. Вот такая тишина меня очень будет наполнять. Когда вы за столом, ну ты же ну, бываешь же в компании, значит, все сидят там, раз, бывает такие в жизни. Когда за столом, ты чу фразу, ты меня уважаешь, давай выпьем. Это как-то было, вот, ну, то, что Какая-то какая ситуация в том, что давай выпьем, я говорю, да нет, нет, и мне, ну, типа, больной что ли. Ну, типа, типа такого, ну это под шутка наверное, была. Ну, было, было такое, типа, давай выпьем, что, -то, что ты спортсмен, типа, да ничего не будет. Ну, это, это бывает. Сейчас на данный момент это было уже давно, наверное, ну вот, в ближайшее время не было, потому что как-то, может быть, быть, я поувереннее говорил то, что я не буду этого делать. Какие пытания журналистов. Ты много даешь интервью, часто там пресс-конференции, интервью часто спилкуешься с медиа. Какие питания журналистов, ты бы дратую напишешь, писать просто, думаешь, дебил. <реш> 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 когда человек не подготовлен к интервью, это самое больше бесит. Журналист? Конечно. Mm -hmm. Когда он не подготовлен, когда идет просто... У меня была такая ситуация, когда мне позвонили, и вот там такая-то такая-то, да. Ну, здрасте, что вы? Вот хотим пообщаться. По телефону, да, конечно, давайте. И следующая ее фраза была «Расскажите о себе». Я рассказал о себе, она чуть-чуть удивилась. Я говорю, простите меня, пожалуйста, я вот на данный момент не могу общаться. Но я действительно не мог разговаривать долго. И мы закончили разговор. Друзья, подкорюйте футбольную Европу разум из фаворит спорт. Рубить ставки за посыланием. Та вигравайте подорож на матч мрії. Увага! Матч обираєте саме ви. Я читав: ти грав за юнацьку команду Таврія. Да. А на які позиції? Полузахідник. Левий. Лево без ти Ты, да, ты левша, я боюсь, я внимание, вижу. А почему чо, не развивал футбольную карьеру? Ты понял, что в тебе ну, не пойдет, ты не станешь топ-гравцем, а не хотелось ковыряться там в низших лигах, чи, чи просто от Я на, данный, на тот момент, когда мне было 15 лет, я не думал о том, что у меня не получится, потому что я как бы усердно тренировался, мы оставались там друг у меня был, с которым мы ходили, Саша Дворянкин, на из очень хороший техничный спортсмен. Я имею в виду в футболе, очень хорошо играл в футбол. Мы оставались, там отрабатывали удары. Не было денег в семье, чтобы платить за футбол. Это платная была секция. Это была платная секция. Да, надо было платить месячную зарплату, надо было там форма, э, там бутсы. они. Мне это на самом деле. А как ну, не было денег, средств не было для того, чтобы дальше заниматься. И так сложилось, что я закончил с футболом, как подвернулся бокс. Бесплатные секции были бокса, за них не надо было платить. Ну, все остальное было. Перчатки у меня были, отец мне подарил перчатки, мама сделала бинты из простыней там или, я не знаю, из чего-то там. Порвали, порезали, пошивали. И вот так началась моя Карьера боксера, я, ну хотя когда мы приходили на тренировки, у нас очень много было на тренировке, тренер нас разбивал группами, одна группа там качается, одна занимается в зале бокса, одна играет в футбол, так что я, в принципе, как-то продолжал это делать, а потом так больше в бокс, в бокс, 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 бокс и все. И окончательно этим видом спорта занялся. Пытание вид футбольных скаутов. Какая наисильнейшая игровая якость футболиста Александра Усика? До конца играть. Настырный. До конца надо играть, нельзя, если там где-то спотыкнулся, упал, надо вставать, бежать до конца, до конца доигрывать, до конца в пасе, если ты потерял мяч, до конца бежать. Ну, это не только в футболе, это вообще, мне кажется, в любом виде спорта нужно делать все до конца. Если ты не, не завершишь действие, то какой смысл его было начинать? Меня раздражают вещи такие, когда падают и сочкуют. Я имею в виду, там показывают. Возможно, да, человеку было больно, но не настолько, что он катится по полю. Такое вообще будто там полтела нету. Неймар на твик у мой Прикал здесь вообще. Вы видели недавно матч? Руни за какую играет? American Lakers, да, или как она Ну, в МЛС, да. Ну, в Америке играет. Как он побежал, забрал мяч, отдал пас, забил гол. Ну вот, я, мне кажется, такие элементы должны быть вообще. Э, ты не приховываешь, что я в Динамо Киев, много раз э, в интервью so. это говорил. На тренирование ветеранской сборной ты приходишь у футбол, Динамо Киев. Шиблоска, uh, какие ты футбольный в Ты не пропускаешь жодного матча. Если пропустил, порадовляешься. Потом там в интернете читаешь посильные новости про свой клуб. Я новости читаю. У меня подписан я на группу, подписан Динамо Киев, там где есть информация. Знаешь, какой болельщик? Сейчас скажу тебе. 2002 второй или третий год, вот точно не помню, на Симферопольском э, стадионе Локомотив была, был матч Таврия Симферополь. Динамо Киев. И я болел за за Динамо, тихонько сидел, наблюдал, да, да, тихонько наблюдал за этим всем, потому что много ребят было за Таврию. Мои друзья и говорили, как так ты? Я говорю, ну это моя команда, ну вот, ну вот так, ну я не знаю, ну мне нравится. Тогда тогда на поле Сергей Ребров играл, тогда вот я помню. Или 4-2, или 4-3, вот так сыграла Динамо выиграла тогда. Мы еще ехали назад э, в троллейбусе домой. Я приехал домой, там дома гости были, как, какая-то ситуация. Я отцу своему царству небесное помню, я говорю, там такой чувак, говорю, чернокожий, он такой гол забил. Ну, я ходил на эмоциях и рассказывал ему по комнате, и, там пару раз заскверно словил он мне дал подзатыльник, и я пошел гулять. А ты знаешь, с кем вы были на Киев? На данный момент нет, нет. А с кем бы хотел познакомиться? Там нет. меня так. С, або с тех, что сейчас або с там, с легенд. Я особо так, ну, подвернется момент, я с удовольствием познакомлюсь. А так, чтобы целенаправленно это делать, так. Кумир футбольный. А у меня нету футбольных кумиров. Мне нравятся ребята, которые играют. Вот сейчас по последнему чемпионату мира я смотрел, ну очень много там Бельгия хорошо играла но вот таки, такой вырисовался который вот рисунок какой то, какой-то очень крутой был МБП ну бешеный 19-летний парень которого сумасшедшая скорость да у него там было пару таких вещей там где он там видать не успевал там останавливался бежал но ему 19 лет у него очень много впереди наверное ну играл по крайней мере в красивый взрослый футбол. Симпатично, да? Очень, да. Я я присутствовал в Барселоне, я тренировался и я ходил на камп Ноу, и смотрел на эту игру. Ну, меня впечатляет эта игра, просто это настоящая, дерзкая игра, когда ты играешь пас все умно, не так. По воротцам, побег и то побег куда-то, побег. Не боишься возле ворот своих играть. Ну... Очень прикольно, я один раз сидел наверху и смотрел вот за поляной, а второй раз вообще внизу, когда ты сидишь и смотришь за вот этим, а не с Челси, Барсено, Барселона с Челси играла. Лиза Чемпионе, ну это да. класс, Мои я тебе за Челси, просто люблю Челси. Я, мы просто сидели, у меня друг, член моей команды Александр Фока, и он за Челси тоже, и я говорю, ты только не кричи, потому что мы сидели прямо вот внизу, и очень много ребят барсело болело за Барселону. Я говорю, даже, возможно, я тебе не помогу, если... Ну, они очень культурно отдыхают. Мне очень понравилось, что у них, знаете, чего не было? Какого-то вот такого пьяного дебожа, выпивания большого количества пива, да, там пили пиво, там еще что-то. Это так как-то культурно выглядело, и не было э, обзывательств на футболиста. То есть ты болеешь за своего футболиста, и он там где-то промазал, и ты... Та! Какой он плохой! Нет, эти наоборот поддерживают, ну то есть мы не поддерживаем, я присутствовал на стадионах олимпийских, я видел, когда там он болеет-болеет, тот промахнулся, а ты там урод криво ноги, ну зачем его обзывать, ну может не получилось у него, ну может и действительно ноги кривые, но ничего страшного, об этом не надо кричать вслух, если ты болеешь за команду, то ты должен за нее болеть, а не... Тут болеешь, у них что-то не получилось, и ты типа, да не, я уже не буду болеть. Ну, люди уважают, что футболисты даже бата зарабатывают. Ну и, хорошо, они и, зарабатывают, но, они для чем... если они богато зарабатывают, значит, они, наверное, ну, заслуживают этого. Они подписывают контракты, им платят эти деньги. Нет, нет, они же не воруют эти деньги. Ну, хорошо, но они много зарабатывают. И что? Ну, вот я в начале команды в начале нашего интервью ответил, что я хочу, чтобы мой сын стал футболистом. Ну, потому что, не, не знаю, мне нравится этот спорт. И он, в принципе, у меня два сына. один из них так проявляет как бы футболу, а второй маленький. Ну, зарабатывают, значит, они заслуживают это, если им платят это. Скажи, пожалуйста, как воно в болевальнику Киевского Динамо, футболцы Киевского Динамо, играть в футбол, э Майже персонально, против капитана Донецкого Шахтаря, Дарья Сырны. Отлично. Он мне потом в конце говорил: Лусы, кухады. <свес> его я знаю, да. Черна, <свес> 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 я, вот, я ну, знаком. Ну, давненько уже. Мы так визуально как-то через телефон познакомились, там, через моего старшего друга. А потом вот так вот мы виделись. У вас нормальные стосунки? Ну, да. я, ну, вы, ну, вы смеялся, венца Усик, уходи от меня. Уходи от меня, да. Не, ну мы виделись, и перед этим мы виделись, как бы общались, так что да. До этого. А в этот день я еще его встретил. Э, мы заходили в магазин, я покупал обувь себе с, э, с удобной подошвой, потому что у меня такие футзальная обувь для футбола. А тут надо было сороконожки там, или как они называются, не знаю, чтобы. При мокрой погоде не скользко было. Да, и мы встретились с ним в магазине. И я говорю, что я сегодня приду. И он говорит, я буду. Я говорю, ну все, крышка тебе. <laughs> ну, такая шуточная. Ну, и потом вот мы играли. Но в тебе, в тебе не такого ставлення до Шахтаря. Я вижу какую Ну, ну, ворожу. А у меня не может быть такое. Потому что эта команда представляет э, Украину и играет э, на многих международных матчах. У меня почему должно быть вражеское какое-то к ним... Не знаю, ощущение, если каждый из этих ребят отдается, тренируется. Там много ребят наших соотечественников, и соотечественников играет. Ну, мне очень игра... импонирует пятов. Ну вот, как игрок, как, как мужчина, как, как украинец. Потому что я там видел по разной ситуации в интернете, когда он общался там с болельщиками, и это ну, отлично. Мне кажется, мы становимся дикарями, если мы команду из Украины считаем врагом или, или каким-то другим еще элементом. Это команда, которая представляет нашу страну. Если они играют там, между там, твоей командой, за которую ты топишь, то ты можешь за свою команду топить. Но не надо обсирать противника своего. Так что у меня, в принципе, у меня ко всем нашим ну, спортсменам уважительное отношение. Неважно, какой город они представляют или кто там играет. Ні, тобто, мені, мені не ділять і все. Тобто, якщо е, Шахтар, футбольний клуб Шахтар от зараз е, буде жеребкування там Ліги Чемпіонів, да. не будуть грати в груповому турнірі, е, запросить е, Олександра Усика на свій матч футбольний, е, на Лігу Чемпіонів, да. не проти Київського Олександр Олександру за Динамо поліває. Ты... И в тебе будет час, возможность. С удовольствием. Ты... Если такое произойдет и у меня будет время, я буду находиться, ну, в свободном графике, я с удовольствием поеду и поддержу эту команду с удовольствием. Никаких вообще. Мы, знаете, я какой же я матч смотрел? В декабре они играли или в начало января? они играли какой-то матч, и мы как раз были в Буковеле с ребятами на сборах, и мы сидели, и они так красиво там 2-1 или 3-1 выиграли, и мы прям... Манчестер-Сити, может, в вроде... Вот я не помню, так. но они очень красивую. Або Рома. А в... Рому. Рома, дом. Они Рому выиграли, да. точно. Все, я вспомнил. Да, они Рому выиграли, и мы прям вот аплодировали им в своей комнате, пили чай и смотрели этот футбол. Э, Саш, ну, до бокса, а до... До витоків, хочу звернутися. В часи моєї молодості, я трошки старший, це було 90-ті, пацани, які займались боксом, які займалися єдиноборствами, ну, Дуже часто, не всі, не всі, але дуже, дуже часто багато хто потрапляли в те, що тоді називалось простонародні бригади, або, висловлюючись офіційною мовою, організовані злочинні групування. Я сам зі Львова, але я вже там багато чув про ну, такі слова чув башмаки, сейлем, от. Ти трохи молодший, мені цікаво, як в 2000-х це було. Не було у тебе таких давай так, мовою спорту, трансферних пропозицій з цієї галузі. Ти ходиш по району смотриш там, условно, як ви говорите, там, блатни і романтика там, там, -то. ми теж намагалися копірувати. быть крутыми, но потом в итоге, когда старшие ребята, которые с, с которыми мы ходили в клуб, да, которая позже группа была э, нас к себе позвали и объяснили, что это не круто, а круто это там учиться хорошо, там знать языки, тренироваться. Мы на самом деле, если честно, с ребятами думали, что это какие-то ботаники, и мы хотели им накидать, но мы им не могли накидать, потому что это действительно были ребята с нашего района, старше нас значительно, сильнее, они занимались боксом, и они были, ну, для нас они это были авторитеты в спортивном плане, взрослом, потому что они вели нормальный, здоровый образ жизни, тренировались и мы думали, ну как так, мы же тоже хотим быть крутыми, кататься на тачках но это все молодая, это в голове непонятка на стрелки ты по молодости не да не, ну куда, какие стрелки, я мы сами себе стрелки создавали между собой во дворе 15-летние пацаны, мы не типа, подумали, что мы крутые, дрались раз на раз, там еще что-то. Это чистое ребячество какое-то непонятное. Я очень благодарен Всевышнему, что я рожден тогда, когда вот, вовремя, наверное, я не застал этих вещей. Скажи, пожалуйста, ты хлопацкий выиграл Олимпийское золото то есть э, хлопец Александр Усик, который сейчас взял в кубок э, Мухаммедали, разные люди, что -то изменилось за э, тот час э, в жителему с Очень много всего поменялось, но внутреннее ощущение того, что это один и тот же парень, такое есть. Много поменялось у меня. Я переехал в Киев, я стал старше, я завоевал там пояса, чуть-чуть прошло времени, у меня родилась, там, родился еще сын, подросла дочь, которая пошла в школу. Меняется, вот жизнь меняется, а то, что вот было внутри, которые я себе цели ставил, куда дойти, оно внутри меня не остается, ну не меняется, оно остается тем же, вот может быть, даже. Знаете, я вот такой в легенькую динозавр. На самом деле. У меня нет. А у меня есть компьютер. Точно. У меня есть компьютер. Я купил перед э, этой подготовкой себе компьютер. Крутой компьютер купил себе, MacBook. Я крутой. А, а динозавр в чем? Вот-вот динозавр в том, что вот я еще там в каких-то годах остался, в таких вот в старых, у меня в телефоне, если его разблокировать, у меня там 2-3 игры, и то это было скачано недавно, это дети скачали. У меня нету игр в телефоне, чтобы я во что-то играл. Мне легче позвонить, чем написать сообщение. Я переписываюсь, конечно, я переписываюсь, но мне легче набрать, чем вот я буду переписываться. Мне нравится читать живую книгу, вот листики, может быть, это будет как-то глупо сказано, но я когда перед тем, как читать, или я беру новую книгу, мне ее нужно понюхать. Я не знаю, с чем ну... это связано, но вот мне хочется вот, вот этот запах, и вот мне нравится, когда я перелистываю. Я, я трогаю, у меня э, супруга подарила книгу, вот я ее трогал, у нее такой прекрасный лист, и вот так приятно вот переворачивать, просто ты хочешь это делать. Базу читаешь? Да? Хотелось бы больше, потому что я иногда ленюсь, но немало. У меня в основном э, религиозная литература и... Те книги, которые вот мне будут интересны, потому что я иногда начинаю. А як, якого рода книжки тебе цикавят? <свистит> <клес> Смотри, вот. Э -э я по Локуэлю прочитал две или три книги. Не такие вот интересные, какие-то исторические книги, в которых э -э что-то будет такое чуть-чуть закрученное, возможно, правды, возможно. Ну, это жизнь. Люди этой жизни берут, потому что есть много книг, которые выдуманы, но все равно это... Я люблю читать биографии людей, Да, мне, мне это нравится, мне это нравится. Мне знаете, какая книга, вот мне очень она понравилась, и я как-то не знаю, мне почему-то она так вот залезла, это «Граф Монте-Кристо». Мне просто так интересно было ее да. читать, вот что будет в конце, как вот этого парня обманутого, что с ним будет. И ну, вы видите, что добро однозначно побеждает всегда. Просто на это нужно время, нужно чуть-чуть э, потерпеть, постоять в очереди. Одни из твоих фишек э, спортивных, так, на, в карьере были вот эти знаменитые переможные танцы в рынке. Зараз их немає. Чему ты став старшим, стриманейшим? Чи ты звук до перемог, и уже не приносит их эмоций? E, нет, наверное, в какой-то момент я вижу, что этого не нужно делать. Это вот то, что было на данный момент, этого достаточно. Может быть, возможно, я чуть-чуть подрос и хочется. Не то, что хочется, я, я буду вот. Ну, Таким какой я есть, вот на, на самом деле, вот в жизни я вот так и веду себя и в ринге и и везде. Но если нету танцев, это не не означает, что я поменялся. Это просто означает, что они, возможно, или готовятся, или им еще не время выйти. Танцы это была имиджевая штука, да, имиджевый хит, шла? шло. Знаете, как я на Олимпийских играх хотел показать, что такое танцы? Я хотел, на самом деле, я хотел показать нашу украинскую культуру, которая теряется. Это танцы, это народная народность, народные танцы, гопак. Все, не только мы, вот все народы почему-то хотят идти куда-то вперед, что-то делать новое, забывая о своих традициях. Забым, забудем о своих традициях? E, все, умрем. Як ти вважаєш, якби Мохаммед Алі вживу спостерігав за тобою, за твоєю роботою в поєдинку з Гасієвим? Йому б сподобалось те, що він побачив в ринку? Я надеюсь на это, що йому понравилось это. Він это видел. Они видят нас. Ті, кто уходят, они нас видят. Ти назвав тобі найкращим в кар'єрі в своєму інтерв'ю. Ти сказав, що це була найкраща версія Олександра Усіка. Я думаю, зараз кожному е вболівальнику твоєму цікаво. Такої версії Олександра Усіка достатньо, щоб перемогти Тоні Бельгію? Чи потрібно бути ще краще? Мені треба працювати. Нужно над собою трудитися кожен день. Кожен божий день нужно над собою трудитися. Так що ми будемо це робити. Скажи, будь ласка, ти парився через те, що бій з Гасєвим пройде в Москві? До того, як тут все завернулося, розвернулося? Ти думав про це? Ти ж не міг не розуміти, яку реакцію це викличе? Особливо я не целенаправленно їхав в Москву для перемоги. і я хотів там відбоксувати. В Москві? Звісно. Щоб виграти? Да. И мне без разницы были мнения окружающих, то, что скажут. Туда не надо ехать, тебя отравят, тебя убьют. У меня, как только я узнал, что вот идутся какие-то там маленькие переговоры о том, что возможно этот бой состоится в Москве, это было очевидно. Потому что ну, они, они захотят провести у себя. Русские захотят провести у себя этот бой, потому что их один из парней, участник финала, представляет Российскую Федерацию. Почему мы не можем купить этот, я имею в виду Украина, почему государство не может купить э, бой такого масштаба и провести на Олимпийском? Надо потратиться. А взамен ты не заработаешь. Ну, то есть это... А там, ну посчитали, что им надо провести и провели. Я читал одно из твоих интервью, вот сейчас готовясь к нашему разговору перед боем, и у тебя действительно шла такая вот, окей, я готовый там, я готовый биться, мне бать уже где биться, мне главное выиграть. Мне нужен был этот бой, такой... мне нужен был нужен Мурат, конкретно этот поединок между мной и Гасиевым Никакой замены я я, а че, если... Чему? Вот чему поясни, ну, дилетант, поясной, будь ласка, чему так? Ну потому что это невозможно соединить пояса. Это вот на самом деле вот Бог вот так вот решил сделать и все. Ни, никакие не ни промоутеры, никто. Это так, пускай они на себя вешают там какие-то, даже это Комоса. Ну а, да, они решили это сделать, все, они это организовали, собрали четырех чемпионов и все остальное. Но вот так сложились звезды, что вот ни у кого никаких контрактов нету, ничего. Um, у меня все бои, которые такие важные в моей карьере, они все были на выезде. Вот абсолютно все бои были на выезде. Почему этот должен быть там где-то в другом месте? Ну в Москве, ну что ж тут сделать? А в имиджмейкеры имидж имиджмейкеры в команде люди которые отвечают за, за за твой имидж, за за вот имиджевые решения, имиджевые ходы? Где тут? Нема. Mm -hmm. Ты сам принимаешь решения? Да. Ну. Последнее слово, конечно, есть промоутер, менеджер, команда, которая работает со мной. Мы можем разговаривать об этом, общаться, но последнее слово, естественно, скажу я. Ну, и говорил тебе, Сань, ну, би в, в, в Москве, херня. Нет, они сказали, нужно подготовиться и вынести всех и приехать домой с победой и с кубком и все. А где он будет? Это без разницы. В Москве, отлично, пожимаем ручки и трудимся. То есть можно сказать, что для тебя э, это была дополнительная мотивация? Конечно. Все как один трудились, э, присутствовали на тренировках, видели все, что происходит, и, и готовились к хорошему, жесткому поединку. Ну, окей, то, что началось после. Я, я про свое стало не буду говорить, до того, что началось после. Да? Я вот хочу твое стало не как ты ставишься до разговора про відсутність патриотизма mm -hmm. в тебе? Что ну, говорят? Що це что это? отсутствие патриотизма, что не, такое? Нет, а там что з, говорят? Да, что это такое? Как ты это воспринимаешь? Бесноватость. Бесноватость? Наверное. Ну, я не знаю, я не оскорбляю ни, ни в коем случае, никого не хочу оскорбить. Но я не знаю, что это. Ну, то ты это ображало? Отакі От ці заяви, по ну це заяви були від, від людей пов'язаних з політикою. Для мене ну там 90% з них це політичні ноунейми, тому що я знаю прізвище нашого президента і там прем'єр-міністра. Ну в лице я не впевнений, що прем'єр-міністра, якщо зустріну на вулиці, я його впізнаю. Чесно, я, я далекий. знаю. Я ну я, я від... після Олімпіади у нього. в Так. Після Олімпійських ігор в, в, да. в 2012 році. Я не пам'ятаю, Вінні це. какой он должность занимал, но мы, как, ну вот ездили по городам Украины, да, и мы мы были у него. Ну я просто, я ведь этого далекий, просто знаешь, я когда читаю э, від людей, э, ну такие такие заявы. что я тебе скажу, вот если э, эта победа э, вдохновила молодых ребят, девушек, просто жителей Украины на какие-то на какие-то дальнейшие действия, на какую-то радость. Если кто-то от этого радовался, улыбался и был, ну, я не знаю, на седьмом небе отчасти, то я только доволен от того, что это произошло. Тот, кто э, говорит, что там я там не кричал что-то, мне надо было что-то сделать и сказать, абсолютно я вообще не обращаю внимания. Вот серьезно я тебе серьезно говорю. Ну ты прочитал? звучало. Я чи... не читал. Ну читуби, читуби так просто сказали, это. ответили, да там присылают в группе еще что-то. Ну вот я совсем чуть-чуть какие-то действия. Я, я, я не зарывался туда, их кто это, кто это сказал. Я знаю, что это по телевизору многому солили и по нашему ТВ и потом это было по другим ТВ. Ну мне кажется, это ну слишком много мне внимания. Ну вот я просто воспринимаю це як как якийсь ну, перед выборами от политических які. которые ну, на, на своем месте работы я не вижу, что они там бато, что я зрели, думаю, зрели. что это нужно оставить и об этом не говорить, и за два дня бы оно утихло, а так об этом разговаривали месяц. Вот два дня не разговариваешь о них и все, их нет. А тут месяц о них разговаривали и говорили, ой, 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 -ой вы же там на кого-то что-то сказали и все что мне, знаете, кажется, что вот для того, чтобы когда человек идет в политику, э, он должен туда приходить не с пустыми руками. Почему? Я, я объясню. Для того, чтобы мне поехать на чемпионат Европы, теоретически, мне нужно выиграть чемпионат города, потом чемпионат Украины, пройти сбор без травм и при, предо, представляя свою страну на чемпионате Европы. Да? Также политик, он должен, если он хочет быть народным депутатом, он должен навести порядок в том, на том участке, там, где он, откуда он баллотируется. Не навести участки, поболтать, дать гречку, и чтобы за него, а навести порядок, это чтобы был чистый двор, чтобы детская площадка была установлена хорошо, без болтов, чтобы дети, ну, болты правильно должны быть вкручены, чтобы дети не поцарапались чтобы чистенько было. Потом он должен прийти на более, да, во дворе у себя навести порядок, потом в районе навести порядок, а потом, возможно, если тебе дадут шанс, и в другом месте. Дети наших политиков должны учиться в той стране, в которой пишут законы их отцы. Минимум 50 лет. Они должны контракт заключать со страной. И не вывозить детей в Лондон там, или еще куда-то. Ну, это мое мнение. А то, что они много разговаривают, мы это знаем. На твой взгляд, почему выступа худнее частины украинских политиков? Так? Они ну, же тоже разделились на две части. Да. Выступы Выступа Ты герой Украины, а спичи частины. Ты ну, фактически зрадник национальных интересов. Ну, кому-то я симпатизирую, и они хотят этого. А кому-то я как кость в горле, и они не хотят этого. Я абсолютно и к тем, и к тем отношусь одинаково с огромным человеческим обычным уважением. Они ко мне будут э, со скалом, я буду со скалом. Ко мне с улыбкой, я с улыбкой. Как будто тебе в обличье прямым текстом так непрозоро натекнуло, что ты зрадник национальных интересов. Какие шансы, что Народному депутату допомогла б недоторканность депутат. Я бы его жахнул по, по животику, и все. Причем здесь его недоторкана Это его не действует только в том случае, когда он общается, ну там чтобы его не посадили, и все остальное. Он народный депутат. И народ, который его Мое право жахнуто? Мое право жахнуть. Ну, я так. Я, 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 мне бы так хотелось. А чтобы я друзья народный депутат. <гану> ну, Друзей нету. Я думаю, що товариші знакомили друзей, друзей нету. В одному з інтерв'ю в 2013 році ти сказав, що не бачиш нічого поганого, якщо підеш в політику. Зараз ти став більш категоричним в цьому питанні, чи все-таки. На даний момент я себе там не віжу. Вот абсолютно не віжу, потому що нікому не нужно те, що я буду говорити, нікому не нужно. И победы эти никому не нужны. Говорите, у нас много, кто умеет, знаешь, работать. Вот работать, треба работать. Да, говорить можно, кому говорю, говори. Требует работать. Совершенно верно. Для того, чтобы наз... ну, не менять улицы в нашей великой стране, я имею в виду название улиц не менять, нужно строить новые города, чтобы строить новые улицы. Я так считаю. Вот я ехал недавно в Симферополь, да, и я увидел, там, был город Цюрюпинск, а сейчас он как-то по-другому называется. Не помню как, серьезно, не могу сказать. Что-то незапоминаемое. Хотя бы очень большими буквами было написано. Для того, чтобы это делать, нужно строить новые города. Чтобы называть, ну вот, зачем менять название городов? Нет, ну было же э, было истории, колониста было мало одну, назву, потом пришел Советский Союз, поменял на. Хорошо, у нас сейчас Украина, Советский Союз не пришел. И зачем в, в Украине ну, менять э, название ну, городов? Новую историю мы пишем. Mm. Ну, ну, а почему нельзя новую написать историю с новыми городами? Построить там новые улицы. Я, я, я хочу верить, что так воно и будет. Ну так Саша. надо делать. Для того, чтобы. Я хочу дать... верить, что наше поколение все-таки что-то побудует. Я не буду Не, не может же быть, допустим, Чим я Саша, там... да, там прошло 30 лет, а буду там Валерой. <laughs> Бах, 30-ка прошла. Ну, буду Сережей. Потом еще 30-ка. Ну, давай по концовке буду опять Сашей. Ну, это ж бред, ну, согласись. Ну, ну полный. Саш, на рынке ты створишь. Враження людини, яку ну, неможливо вивести з себе. Я так от слідкую за тобою, навіть ну, коли ми там на футбол бігаємо, на тренуваннях. В принципі, такі ж враження залишаються. Що здатне в повсякденному житті тебе вибити із душевної рівноваги. Що... Щоб я нервничав, так? Да? Так. Да. Ну, навіть не, не то, що нервничав, а щоб ти міг силу застосувати. Ні, ну силу застосовувати це взагалі края. Ну вот сегодня утром, когда я с детьми ехал, у нас такой с ними договор, хорошее поведение, кто, кто первый засыпает, тот получает подарок. Мой младший сын уже всех вообще выиграл, он, ему без разницы, он засыпает первый. Но дочь говорит, она самая старшая, говорит, что я вчера заснула первая, вы просто не помните этого. Ну, понятно, они хотят подарок. Но Мы сегодня с ними поехали. И там какая-то паника началась. Просто ни с того ничего. Один кричит, один что-то тянет. И вот я так, я тихо. Они раз, я говорю, всем тихо. Все получили все, что хотят? Они да. Я говорю, в машину надо ехать. Батька авторитет абсолютный? Ну, Чего взять батька? Ну, могут, могут. Пытаются, но когда перебарщивают, там, да, чуть-чуть, они... Возможности свои, то я могу так чуть-чуть голос поменять и сделать его построже. Но дальше Кто это. Кто дома вот. командир э, в семье? Ой, то все командиры себя считают всеми командирами, старшими. Не, ну пацаны, понятно, они ты главный. Я говорю, вы хотите, чтобы я был главным? Они говорят, да. Я говорю, ну, значит, я. А дочка? Дочка, знає, хто главний. <гум> Слух, ну, я знаю, тебе в кожному інтерв'ю запитують, коли ти бився на вулиці, які, там в тебе конфлікти були на вулиці. Там, як ти, це… я запитаю: знаєш, що, що мені цікаво, коли ти в останнє, ну, давай скажімо так, програвав в бійці на вулиці? Хм, смішно. Ты ж не был чемпионом света и. Да, конечно. И я, я вам хочу сказать, недавно, так, ну как недавно. Знаете, какая ситуация произошла? Человек э, очень эмоционально вел себя, и говорил, ну если ты хочешь поговорить, давай выходи, поговорим. Я говорю, не, не. Он говорит, ну и все. Вот мне кажется, это мое поражение было. Тебе было выйти? Нет, не надо было выйти. Надо было вообще валить оттуда, еще дать ему денег и сказать только не ищи меня. Вот такое поражение помогло этому парню, который хотел выйти со мной. Оно ему помогло, оно не мне помогло. Ты же разумеешь, что разные истории бывают. И э, история, э, знаешь, футболиста, зараз, экс футболиста Джейми Каррегера. Футболіста Ліверпуля, коли Ліверпуль програв Манчестер Юнайтед, він повертався з Гри додому. Він експерт на одному з англійських телеканалів, і ну просто їхала сусідня машина. Там люди провокували його. Там щось ліпили. Ну там звучала над Ліверпулем, і над ним відповідно над легендою Ліверпуля, болівальники Манчестер Юнайтед. Він плюнув в, в ту машину. Це все було розтажовано в пресі і от. Ну, плюнули, люди, что? ну людина постраждала, это недостойный поступок, там с стороны вид работы. Надолго? Ну я не знаю, надолго, не надолго, я там же не звёзово, просто факт. Кто-то просто хочет Знаешь, провокувати... я, вообще, я вообще, ну даже если меня будут провоцировать, я закроюсь у себя в машине, потому что это моя машина. Ну мне не нужно никому ничего доказывать или тем более бить кого-то. Ну и в основном сейчас это невозможно сделать, потому что люди меня ну, узнают, ну так. Могут в шутку перевести, и, 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 как бы и я не против этого. Ну, ну зачем, если. Ну, бывают ошибки у всех, и я тоже ошибаюсь, но ну, сразу бить человека за это. Ну, мне кажется, это, опять же, мы дикари какие-то, или что мы же нам для чего извилины и, и все остальное да, дается. Для того, чтобы мы мыслили головой, договаривались, я не знаю, рассуждали, что правильно, что неправильно, они а не сразу лезть в драку. Хочешь подраться, мне кажется, нужно ходить в залы и выплескивать свою энергию. Так вот эта яка сказала, там, выходит, разберемся, он... Він... Он может быть злой был. Откуда мы знаем вообще ситуацию, которая, которая происходит с ним, вот, или произошла с ним утром? Может, он утром там повздорил с кем-то, или у него заболел ребенок, или жена, и он вот на этих нервах... Кто-то его там не пропускал или еще что-то, и он кипишует так. Ну, он знал тебя и... Нет, он не узнал, я в очках, в кепке был. А, ну ясно, тогда хорошо. <laughs> как долго ты привыкал до публичности? Да я еще не могу привыкнуть к этому. Ну я вижу, ты... Ти... Я не согласен, я вижу, что ты... Ти... Ну, отдаешься належно себе, своих чинках, своих э, думках, что ты публичная людина. Слава там напрямушку контролювати себе поведінку кожне слово. И воно в тебе есть, мне здається. Нет, естественно, я не должен себя контролировать во многих вещах. Во многих, абсолютно во многих вещах. Но я, то, что я делаю, я так живу. Я никак не, ну, я не одеваю маску утром. Иду. Потом вечером ее снимаю, тут, тут я такой хороший с вами, а сейчас выйду на улицу и буду таким каким-то еще лучше или наоборот негодяем. Я вот так же спокойно поеду домой, буду шариться по хате, может быть, и во двор. Сегодня, кстати, у меня я хочу покататься на велосипеде. Дик, еще э, вот конфликтная ситуация, да? Ты стараешься уныкнуть, Цієї конфліктної ситуації. Чому? Тому що ти не хочеш, щоб це потім було розтиражовано в медіа і хайп був на публічній персоні. Чи тому, що ти усвідомлюєш свою силу, ти розумієш, що ти можеш дати по животіку так, що буде людині погано і ну, тобі цього не хотілося. Дуже погано людині буде. От так, це і усвідомлюєш спортсмен боксер — це так роду оружі. Нужна контролювати, відкуда ми знаємо ситуацію, яка да, може бути далі. нельзя давать вне ринга волю с, там эмоциям или еще чему -то. на думку масс тебе все одно конечно ну хорошо как, масса как они вот что они сделали для моего я не знаю становления или для, для чего-то ну масса ничего этого не сделала и осуждать меня может или Поучать меня может ну, тот человек, хотя бы, который со мной шел рядом при этом пути, или тот человек, который меня воспитал. Вот он может меня осуждать. А другой человек, 13-летний Володя, мне пишет, что я предатель, что я взял деньги. Ну, это плохо. Потому что мама Вовына должна была его научить такими гадостями не заниматься. Три людины, до чьей думки ты прислушайся на сам Три найважливіші людини в твоєму житті, які мають на тебе вплив, які здатні нав'язати. Ну, не те, що нав'язати тобі свою думку. Ну, я прислушиваюсь. А дати тобі на, на даний момент. от, Я зараз зразу можу сказати, це Андрій Борисович Колосов, Анатолій Ніколайович Ломаченко, Олександр Сергійович Данільченко. Ти е, Анатолія Миколаївича Ломаченка згадав? Да. У мене ну, є кілька питань відносно цієї людини. Е, перше питання я хотів запитати: знаєш, що? от Ломаченко як тренер. З ким із футбольних тренерів ти б його порівняв? Mm -hmm. Скрупульозний, уважний до деталей, адепт красивої атакувальної гри, як Гвардіола, чи харизматичний прагматик воїн Сімеоне. Чи мудрий? Людина, яка бачить багато вперед, як Лобановський, наприклад? Я думаю, що, навірно, з Лобановським. Чому? Тому що я этот... чоловік ну, наш. И вот... Видите, он, я, кстати, у Лобановского тоже не видел, но ну, не то, что не видел, а мало видел интервью всяких разных, которые он дает. Такой скрытный был больше вот в игре. Вот, наверное, Антон Николаевича можно поравнять с ним, потому что он мало разговаривает, но много его действий видны в ринге через нас. Не любит уваги до себя? Нет. Е, ти е, в режимі дуже строгої секретності готувався до, матчу, до бою з Гасів. Е, Скажи, будь ласка, чому це підкреслювало важливість бою? Ніде не... Я от тільки, тільки в трансляції коментатор сказав, що ти готувався під керівництвом е, Анатолія Миколайовича. Чому ви це приховували? Чому це не, не було публічним? Це... тактика была, чи все-таки тому, что не хотел э, тренер кого-то до себя уваги? Ну вот все три варианта можно. То есть это была собранность, такая очень важность этого поединка была. И не хотели, чтобы много кто-то об этом разговаривал, что вот мы там готовимся с тем-то, с тем-то, делаем то-то, то-то. Вот хотелось так закрыться, полностью подготовиться, поехать отбоксировать, а потом только уже разговаривать. Скажи, пожалуйста, ты, ты риск любишь? Ты можешь назвать себя вот, а авантюристом, людьми, способными на необдуманные вчинки, или прораховываешь наследство, как шахист? у меня есть такие вот спонтанные решения, которые я делаю, но в основном мне нужно так, пройти это с подготовкой, чуть-чуть наперед посмотреть, но иногда риски, импровизацию я делаю частенько. Вот ну, смена тренера перед настільки важным боем. Боем, так писали, за 10 миллионов, я не знаю. 10 миллионов долларов. Это, это ложь. За 10, 10 миллионов, да. Это вранье. Ну, я вот прочитав, я в медиа прочитал. Бей за 10 миллионов долларов. Нет, ні, никаких 10 миллионов э, не было на кону. А скільки было, если не секрет? Ну, максимум 2. И то из этих двух. Потом все повычитается. Подготовка, налоги, все-все-все-все-все-все такие разные вещи. Два для переможца, на... два для переморжца, да. да. И потом оттуда еще будут все минусовать. И, и сколько. На данный момент сколько получится, еще тобто я не знаю. то все по белому А? все по белому. Ну я просто, Конечно. я знал, что такие, что я прочитал, что ты там податки не платишь. Нет, то что, то, что, -то, что, -то что -то. меня спрашивают за податки, это понятно. Не, у меня все нормально, пускай они дают официальные запросы, ну там структуры, которые это дают, и они все покажут. Я на самом деле я не обязан им показывать этого, потому что народный депутат, ну, по закону не имеет права обращаться к гражданину, а я являюсь гражданином. Я никакой там, я не депутат, никакой не Я спортсмен, я, я, гражданин. Он не имеет права по закону этого дела делать запросы, которые я прям должен на, ну, на, весь мир показывать. Ну, если таково надо, то определенные люди, которые этим занимаются, да, они покажут то, что у меня все нормально, все чисто. То, что я выплатил, выплачиваю все налоги. Ты понимаешь, что ты сейчас прибыл народного депутата? Чому прибив? Тому що робота депутатів, в тому числі, створювати закони е і знати закони. Ну, ти зараз сказав, знає. що він лох. Ні, я такого не казав. Я казав, що він е зробив це е не зовсім правильно, тому що ну, не можна до, 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 до обичної людини звертатися і казати: Слухай, ну покажи, скільки ти заробляєш. Яка різниця, скільки я заробляю? Головне, що я не краду. Бачите, іншими словами сказав те що, я, те, що я сказав одним словом зараз. Так от, я знову ж таки про ризик. Ти звільнив тренера перед. Ну, звільнив, змінив, давай я так. Змінив тренера перед неймовірно важливим боєм. Ти сам підтверджуєш, що це найважливіший да. бій, так? Чому? Це, це ризик насправді, це великий ризик. Да, это было... Це було прораховано чи це було спонтанно? <кій> Знаєш, як в футболі? От в футболі, інколи, коли команді важко, тренера міняють для чого, щоб стряхнути колектив, щоб пацани зібрались. І дуже часто вони спрацьовують, тому що на, перший, на перших порах нове, міняють да? результат. Да. Ну, у мене трохи по-другому було. Ми там не за 10 днів е ну, провели, як говориться, смену, Да? Мы, я уже начал свою подготовку с Анатолием Николаевичем, я ездил к нему, общался с ним. И, то есть я всю подготовку с ним работал. То есть до, ну, с Серегой мы до этого еще разошлись. А, твой колышный тренер прислал тебе, ну, позвонил, прислал, смс Да, прилетал. он поздравил, конечно. Мы разговаривали с ним, конечно, и виделись. А, как далее ты бачишь этот процесс? Подготовки. Подготовки. Ну, Сейчас будем трудиться. Не хотелось бы сейчас об этом разговаривать, говорить. Есть какие-то свои наработки, планы, так что будем трудиться. Под Останавливаться керів... не будем. Питкиревный стол. Это будет маленьким секретом на данный момент. А, Трошки про гроши. ведь не можно поговорить а, про гроши. В Футболе топовые игроки за рекламными контрактами зарабатывают, но ну, часто выступают больше, не за контрактами, а за своими клубами профессионального бокса, да, так? Если хорошие контракты попадаются, то, конечно. Вот смотрите, например, взять бой, ну такой самый на данный момент, наверное, денежный, который существовал в боксе, это, наверное, Мэйвезер Макгрегор, да, там какие, какие они бабки сорвали. И там большинство денег это рекламные деньги. Твои прибутки, это главным чином гонорара вид боев, или спонсорского? Последние игроки? вот эти три поединка, вот этого турнира Всемирной боксерской суперсерии, да, этот турнир, благодаря этому турниру я купил в Киеве квартиру и делаю там ремонт. Ну так, больше средств стало, благодаря этому турниру. Это бои, а спонсоры? Рекламные контракты есть, с фаворитом есть рекламный контракт, и есть еще пару э, рекламных контрактов. И все. И, я, я пропорция, пропорция прибутков? Бей э, рекламный контракт. А у меня в рекламный, про рекламные контракты я не могу говорить о деньгах, потому что там есть глава, что я не, не имею права раз. Я, 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 я догадывался, на самом Ну, это, не, это, неплохой, это неплохой, знаете, как бы как каждомесячный ну, такой, как зарплата такая приходит, да, и тебе так, оп, что-то прилетело, ты, о, класс, ничего себе. Это можно куда-то откладывать, на что-то, например, я это делаю на обучение своих детей. Ты откладываешь деньги на обучение да. своих детей? Да. Они будут в Украине учиться или за кордоном? Они на данный момент э, это делают. Дочка уже пошла в садик, э, Сын, ой, дочка в школу пошла, сейчас во второй класс она переходит. Сын пошел в садик и еще один сын пойдет в садик, то есть это подготовительное. На данный момент у меня нету никаких даже мыслей и предпочтений, чтобы они где-то в другом месте учились, кроме как э, Украины. На данный момент я ничего не рассматриваю. Они могут подрасти и сказать, что папа, мы возможно хотим поехать посмотреть мир, и я им скажу... Счастливой дороги, мои любименькие. Счастливой дороги. Скажешь, у вас есть деньги на это, я, Да, я сделаю это. Я, если они захотят этого сделать, я хочу, чтобы они... Для меня самым главным э, является э, не какие-то спортивные результаты, сейчас самым главным для меня является на данный момент это образование моих детей. Хорошее, качественное образование. Усі такі хлопець, який до гонорарів, е, ставиться дуже стримано. Так, вони повинні бути, але для нього їх розмір ніколи не був е, основною мотивацією. Для нього головне його спортивна кар'єра це слова твого промоутера Олександра Красюка. Я тут хочу запитати: ну, бокс твоя професія? Так. Да. Да, це професія, робота, От Моя робота. Там, футбол я коментую, е, якісь статті пишу, інтерв'ю беру. Бокс це твоя професія. Профессия для чего? Чтобы деньги зарабатывать. Заради чего ты выходишь в рынок, если не заради грошей? В чем мотивация? Каждому нужна то, что его прет. Вот мне это тоже нужно. Я... Если долго не буду этого получать, меня будет бесить, я буду нервничать, и моя супруга Катерина Михайловна мне скажет, да, Сашенька, надо тебе уезжать на сборы срочно. Ну, я разумею прет. Я это прекрасно розумію, абсолютно усвідомлюю. но, с іншого боку, э, ты ж не выйдешь в ринг ну просто. Ну сейчас уже да. Без, фин... без финансовой мотивации, вот, Как бути... ты думаешь, вот первый бой э, я боксировал с Ловацким за чемпионский пояс, вот примерно, вот чисто теоретически, как обычного любителя спорта, там, бокса, футбола, неважно, какую сумму денег я мог получить за свой первый бой, за титул, и я его выиграл. Я тебе знаю, что приблизно могу сказать, так, чтобы мы про футбол говорили, я там ну, приблизительно приблизно ориентуюсь, потому что в этой сфере працюю, да, я ориентуюсь, там, какие зарплаты, какие премиальные, какие нюансы и так далее, тому подобное. А в боксе я... Теоретически. То я не знаю, чемпионский бой, я думаю, ну, 1200, напевно, долларов. Ну, если бы 200 было, я бы был рад. А было? 50 или 40 тысяч. 50 было. Тобто, ты, э, ты вышел, разумеется, что ты можешь ты отхватить... Нет, я выходил за поясом. И мне не, на... не важно было деньги, какие я получу. Це пошибей. Да, первый бой за постоянно. Зараз ты бы вышел за, за, за 50 тысяч? Ну, смотря с кем. А с кем бы ты вышел за 50 тысяч? Та не, ну сейчас за 50 не хочу выходить ни с кем. <свят> Просто слишком много работы сделано до того, как ты выходишь в ринг. Очень тяжело. И, возможно, эти деньги можно только потратить на подготовку. 50 тысяч только на подготовку, может да, быть спокойно? конечно, можно спокойно потратить 50 тысяч на подготовку. А да. на подготовку до боя с А я при, еще не считал. Приблизно. Ну, приблизительно, я думаю, что около этой суммы может прийти. Может больше, может меньше. Успех спортивной карьеры профессионального боксера – это не, не высочение гонорара на самом перед? Успех. Ну, ты ж, ты ж наш в тебе. Сейчас, вот сейчас, конечно, мне хочется уже заработать, потому что я в принципе все пояса выиграл, кубок у меня есть и ну что дальше, надо заработать, чтобы э, потом вложить эти деньги в какой-то бизнес и дальше заниматься любимым делом, дальше найти себе цель после бокса, а ее нужно искать уже сейчас. Не хочу показаться зазнайкой, но у меня и в ринга с финансами неплохо. Так что сейчас я охочусь преимущественно за величием. Хочу быть великим. кто не угу. Что скажешь? Ничего не скажу. Ты хочешь быть великим? Ты и так не маленький. Великим, не, не в невзначені невзначенні фізичному. Звичайно, ти, ти величина, ти, ти постать е, в світовому боксі. Але mm. от, от така от мотивація. Це е, як це, гординя, можна сказати? Чи, це, чи, чи, чи просто це такий от пафос його боку, знаєш, як е, пі піар для себе? Та хто його знає? Дай Бог, йому здоров'я. Я не знаю, что это, но я вчера смотрел э, одно видео с участием Мэнни Пакьяо, там, где он боксировал с Брэдли. И Брэдли говорит, Мэнни, ты хороший спортсмен, хороший боксер, но сейчас настало мое время. Он ему так культурно сказал, типа, до свидания. На что ему Мэнни ответил, что тот, кто ищет, тот, кто себя возвышает, будет унижен. Тот, кто ведет себя смиренно, будет возвышен. Так вот, признание людей, оно может быть, эти же люди могут потом тебя с этого трона снести и порубать тебя на кусочки. Также на этот трон тебя могут принести. Признание людей, на самом деле мне не нужно признание людей. Я спастись хочу хочу спастись, чтобы семья моя спаслась, близкие мои спаслись, народ мой спасся. Вот этого я хочу. А признание? И без признания я вам хочу сказать, что неплохо жил, нормально. Каким был твой первый боксерский гонорар? 50 гривен. Да, я выиграл, выиграл соревнования местные, если не ошибаюсь, память, это чемпионат Крыма был. И мой старший товарищ Сережа заплатил мне 50 гривен. Или 100 или 50 гривен. На что ты вытратил? Я купил, э, я Кате тогда предложил встречаться, я ей купил цветы, мы шли. Я эти деньги разбил, потому что мы же встречались каждый день. Мы там сидели в кафешке, там ну, надо было попить там, или мак кофе, или чаек, но чтобы не с пустыми руками. То есть я разбивал эти деньги как-то. Я там ну, средства какие-то дома оставил, маме сказал, что вот, заработок. Класс. А ты вот про бизнес говорил. Линия одежды у 17. Что это для тебя? Ну на данный момент это исключительно, знаете, хочется сделать такую одежду, которая будет удобна для спортсмена и для, ну, для обычного обывателя. Комфортная, чтобы была. Ну, это будет мировым брендом. Ты разыдешься, как бизнес мы будем? Конечно. Затан Ибрагимович, знаешь что? Да недавно закрыл свой бренд одежды, что про сбытки майже 22 миллиона евро. Ну, видать, он... Я не хочу говорить, что у меня будет э, 22 миллиона евро долго. Это типа он попал на 22 миллиона. Ну да, сбытки 22, 20... ну, это слишком много сделал. <laughs> не, не, зашло. Не, не, не зашло, наверное. Знаю, на данный момент, это, знаете, это... Делаем для себя, для команды, для желающих, э, кто хочет э, ну, ходить в этой одежде. Что... Прибытки приносит, или даже не думаешь об этом? Я например. на данный момент об этом даже не думаю. А еще ты сказал, что хочешь бизнесом, каким будешь заниматься, что э, думаешь про это. Я так розумію, не занимаешься, нема больше бизнеса у тебя кроме бокса. Бокс — единый бизнес. Ну да. На данный момент я участвую в одной из программ. Мне задавали вопрос на пресс-конференции. Осенью это будет более расширенная программа САФОР. Я участвую там как сотрудник. То есть осенью это будет более известно об этом и будет пресс-конференция, будет представление этой фирмы, она заходит в Украину. Это очень будет мощная такая вещь европейская, которая, дай бог, чтобы заработал. С чем повязан? С безопасностью. Угу. не Заработанные кошты, в что ты инвестируешь? Э -э слушайте, еще не было столько много заработанных денег для того, чтобы их что-то инвестировать. Я же вам говорю, я купил квартиру здесь в Киеве и делаю ремонт, потому что я на данный момент я живу ну, на съемной квартире. Угу. Василий Ломаченко сказал, что Найкращий рік в його боксерській кар'єрі 2008, -й. оскільки збулася мрія, він став Олімпійським чемпіоном. І цю подію ніщо більше неспроможне буде затьмарити в його житті. Чи збулася вже головна мрія у спортивній кар'єрі Олександра Усіка? Вона в 2012 році збулася з Золота Олімпійських ігор. К чому я йшов, і к чому я взагалі прийшов? Тобто. то золото Олимпийских игр, нынешний кубок Мохаммеда Али не затьмарил? Нет. Окей. И последнее запитание, это уже аудио запитание. Я сейчас э, хочу включить его. Так. Уважаемый Александр, добрый день. Вопрос задает Владимир, город Киев, 30 лет. Александр, вы мультиспортивный человек, поэтому вопрос про спортивные термины. Не, просто про термины. Чем отличаются вингеры от свингеров? Время пошло. <клес> <клес> ну, второй, второй вариант это как бы люди, которые меняются своими вторыми половинками, я так понимаю. Вингеры. Я просто не знаю, что такое вингеры. Вингеры это фланговые и в футболе, атакувальные. Ох ти, Рябой. Блін, вони нічим туди не відрізняються. Саш, ну ти знаєш, хто питання став? Кабельков, звісно. У мене є також запитання. Чому коментатор, який коментує топовий бокс в Україні, твої бої всі топ, чому він цікавиться свінгерами? Что вы знаете? Может, он хочет провести какой-то обмен. Тут еще начинается так, в анекдоте. Ну, может, он просто хочет взять что-то не очень, пойти туда, там где-то есть что-то, что-то не очень отдать, а ничего так забрать. Хитрый. Да. Хитрый, кабелько. речи в есть комментаторский досвет. Да, я пару раз комментировал с ним. И как? Тоби? Э -э ну, я где-то был ограничен в каких-то вещах, потому что мне хотелось говорить больше. Меня сдерживало, наверное, это первый, первый мой опыт был, и я так как-то более так сдержанно, скромно говорил. Не говорил блестяще, блестяще. Да, ну, то есть, ну, так скромно. Я, я говорил о о том, что происходит в ринге. Вот конкретно о боксе я говорил, и ну так вроде ничего. Я потом у ребят там со стороны спрашивал, говорили нормально. В майбути можно скалбовать, Ну, наверное, и можно было. Вы понимаете, бокс для того, чтобы комментировать бокс, его нужно знать изнутри. Для того, чтобы донести до слушателя, до зрителя, до слушателя то, что он хочет его нужно знать изнутри. Вот, представляете, раньше же не было телевизора, а было радио. Как по радио слушать бокс, да? И он надо так передать, чтобы ты, слушая, понимал, что ты прям находишься там, чтобы ты это видел. Ну, например, если меня взять и комментировать футбол, ну, это будет крайне сложно, потому что я в каких-то определенных, ну, тезисах я просто ограничен подготовиться надо, естественно, подготовиться. Не, ну футбол на стране никто не умеет комментировать, это люди все скажут тебе кожен. Никто не умеет. Не умеет, да? Не умеет, вообще, все трупы. О, а бокс? Ты когда потом дывишься, трансляцию. Вот Владимир, Владимир в своих комментариях, если прямо сказать, меня не раздражает. Некоторые люди, которые комментируют бокс, меня. Ну, знаете как, они меня выбивают. Просто, ну, типа, ну, такое просто говорят, что думаешь, Господи, как такое можно вообще давать в эфир, чтобы он такое говорил. Знаете, мне кажется, какой комментарий. Ну, вот. Опять же, это, это не совет. То, что делал бы я. Если бы я комментировал бокс, я бы просто происходящее комментировал, что происходит. ни, ни, ни больше, ни меньше. ни, ни как-то не э, регалий бы и не давал, и не забирал. Я бы просто происходящее комментировал как-то красиво, чтобы зрителю это было интересно. Ты знаешь, с часов моей молодости бокс у нас в Львове, там антенны были налаштованы на захід, и польский телебачение у нас было. Польский комментатор так комментировал бокс. Поляк бьет, поляк бьет, поляк бьет, поляк лежит, прошу панства, не до все, да. Так что... Надо учиться. Для того, чтобы делать какие-то хорошо вещи, нужно к ним готовиться. Нельзя прийти и сказать, так, я комментатор все тебе поаплодировали, сказали, о, да, ты комментатор, и отдали тебе там то Если ты пришел и сказал, я комментатор, надо сразу разворачивать в другую, давать ему пня и сказать, нет, ты не комментатор, ты лгун. Если человек придет молча, и его спросят, ты кто, он скажет, ну, я, возможно, умею комментировать, но я очень учусь хорошо. Вот это очень важно, когда скажет человек, что я учусь или учу. Ну, нужно быть подготовленным, наверное, к каждому, к тому, что ты делаешь. Да, до кожної роботи. Я звоню з тобою. Совершенно верно. Нельзя прийти і сказати, я там то-то-то-то. Возьміть мене. За що тебе взяти. Ну що ж, а у нас традиційний розіграш. і сьогодні у нас цілих три призи. Так, три призи це фірмовий одяг бренду Усік 17, Бренду, е, насамперед, який дарує комфорт, як сказав е, Олександр зараз. І, е, Три перші людини, які дадуть правильну відповідь на запитання, які я зараз поставлю, отримують ці три призи. Тож, дивіться, це футболка. Так, тут Усик. І роки 1987, 2002, 2008, 2011, 2012, 2016. Чому саме ці роки тут написані? Прописані. Хто десь правильну відповідь на це запитання, той е перші три людини отримують ці призи в нас: кепка і дві футболки. І вони будуть, звичайно, з автографом Олександра Усика. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал Вацколай, cool ставте лайки під відео і натискайте на дзвіночок, який традиційно задзвонить саме тоді, коли буде потрібно. Bye. Wow.